Всем привет! Сегодня будем выяснять, как правильно кормить кошек, безошибочно диагностировать рак при помощи ядерного реактора и налаживать взаимоотношения с самой закрытой страной в мире. Подробности далее. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что кошки чувствуют себя гораздо счастливее, когда вынуждены добывать себе еду, а не брать корм из миски. На самом деле домашние кошки не слишком далеко ушли от своих диких предков с точки зрения эволюции. Им нужно реализовывать свой охотничий инстинкт и много двигаться, поэтому ученые советуют хозяевам задуматься над тем, как можно усложнить привычный процесс кормления. В продаже есть несколько видов подобных гаджетов. К примеру, одни нужно катить перед собой, чтобы из них высыпался корм, а другие представляют собой стационарные головоломки. Такие устройства можно использовать как с влажным, так и сухим кормом. Кроме того, их можно легко сделать самому. Ученые Томского политехнического университета и Томского национального исследовательского медицинского центра РАН разработали уникальную технологию, позволяющую диагностировать такое смертельное заболевание, как рак, при помощи ядерного реактора. С помощью этой уникальной разработки любой врач сможет без труда определить полный путь развития болезни и назначить эффективное лечение. Теперь ученым предстоит решить проблему нестабильности радиоизотопов. В частности, им нужно придумать, как хранить и перевозить разработанный препарат. Полный цикл доклинических исследований препарата завершен, ведется его клиническая апробация при раке молочной железы, при гинекологических раках и раке гортани. В Казанском федеральном университете планируют академические обмены и научное сотрудничество с КНДР. Об этом говорилось во время визита в КФУ чрезвычайного и полномочного посла Корейской Народной Демократической Республики в Российской Федерации Ким Хён Джуна. В КНДР есть живой интерес к тому, чтобы начать совместную работу над исследовательскими проектами, осуществлять подготовку в КФУ своих студентов. В ходе обсуждения было решено провести дни науки в университетах КНДР и КФУ. Если говорить об обмене студентами, то в основном обмен будет осуществляться по линии межправительственных соглашений. Это были самые разнообразные новости науки на сегодня. Пока-пока.